Закончили клеить первый слой вибропласта автомобиля BMW X3. Проклеили у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, крылья. Двери будем клеить 4 слоя, показываем первых 3. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель у нас 6 мм. Третий слой 2 мм вибропласт. Также проклеили максимально пол в салоне. И проклеили первым слоем вибро потолок. Смотрим дальше.